Строительство детского сада «Ромашка» подошло к концу, и уже совсем скоро он откроет свои двери для самых маленьких мытищинцев. Сейчас учреждение находится в стадии приема сдаточных работ. Все необходимое оборудование уже завезено и расставлено. Остались последние штрихи. Во время благоустройства территории была нарушена уже имеющаяся дорожно-тропиночная сеть. На одной из проверок учреждения представители администрации обратились к застройщикам с просьбой реконструировать тротуар. После этого пешеходную зону не просто восстановили, а представили в совершенно новом виде. Мы благодарны этим ребятам, потому что они не ямочно подошли, не выборочно к восстановлению, а прям кардинально. Здесь построили, по сути, новый тротуар, и сегодня мы видим, укладывают новый асфальт. Обновленная дорожка – явно не последнее преображение на этой территории. В скором времени на месте пустыря появится сквер. Его планируют благоустроить для удобства родителей и воспитанников «Ромашки». Эту территорию мы приведем в порядок, а в дальнейшем планируем здесь сделать такой благоустроенный сквер, чтобы люди, которые здесь ходят, могли сесть на лавочку, отдохнуть, и было так вот, в общем-то, приятно даже тем родителям, которые ждут там за детьми, пришли. Дорога к образованию воспитанникам детского сада «Ромашка» проложена, причем во всех смыслах. В течение 2 месяцев мытищинцы отправят в учреждение не менее 250 детей. Лала Керимова, Первый Мытищинский.